Вязание декоративной подставки для яйца. Нам потребуется цветок, который мы связали на одном из предыдущих уроков. И сейчас будем вязать подставочку для яйца вокруг вот этого ряда. Для этого вдеваем крючок в первую петлю. Захватываем рабочую нитку. Я буду вязать ниткой другого цвета. Сначала провязываем воздушную петлю и далее 3 столбика без накида. И далее провязываем между следующими двумя лепестками 4 столбика без накида. И так вяжем до конца ряда, провязывая по 4 столбика без накида между листиками. Вот я провязала первый ряд, и сейчас соединяем первую и последнюю петли с помощью соединительной петли. И вяжем следующий ряд. Провязываем 3 столбика без накида, по одному столбику в каждую петлю основания. И затем 2 столбика без накида в одну петлю основания. И так повторяем еще 7 раз. Вот я провязала второй ряд. Снова вяжем соединительную петлю, соединяя первую и последние петли. И далее провязываем 4 столбика без накида, по одному столбику в каждую петлю. И после этого вяжем 2 столбика без накида в одну петлю. Один и второй. И так повторяем еще 7 раз. Вот я провязала третий ряд, и в конце ряда вяжем соединительную петлю. Затем вязание переворачиваем на другую сторону и вяжем 4 воздушные петли. Делаем накид на крючок и, пропустив в основании одну петлю, в следующую провязываем столбик с одним накидом. Далее вязание будет повторяться. Вяжем одну воздушную петлю и, пропустив одну петлю в основании, следующую провязываем столбик с одним накидом. И так вяжем до конца ряда: воздушная петля и столбик с одним накидом. Точно таким же образом вяжем 4 ряда. И в самом последнем ряду под воздушную петлю провязываем 2 столбика без накида. И так обвязываем по контуру. И в результате получилась вот такая подставочка для яйца, и теперь можно его сюда поместить. Я буду рада узнать ваше мнение об этом уроке. Напишите его в комментариях. А если урок понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на новости.